заглядывала. Цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Нельзя, я чатлани. Уйди отсюда! Так советовать, так все чатлани. Как работать, так... Всем привет подписчикам моего канала Перепил 48. Смотрите, вышла из строя у меня сборка вот такая, налита кал самодельных. Не знаю, по какой причине. Скорее всего, либо плата БМС неправильно сработала, либо еще что-то. В общем, вот эти аккумуляторы у меня средние, она высадила в ноль. Как найти? Ну, начинаете по цепочке мерить, также 4, должно плюс 4, плюс 4, и обнаруживаете, что вот эта секция нулевая, как будто она накрепко замкнута. На самом деле, они просто высажены в ноль, а я вот выпаял, отпаял, точнее, пластины. И сейчас пробую зарядить эти якобы. Я попробовал, да, напряжение вообще менее там 0,5 вольт. 0,05 вольта было на АКБ. Либо они коротнули, либо БМС высадил в ноль. Не знаю. Сейчас пробую зарядить. Заряжаю вот таким тестером заряда. 2,8 уже напряжение. Ток заряда почему-то вообще 0,1 ампер, очень маленький. Показывает внутреннее сопротивление космическое, 98 миллион показывает. 9 миллиампер час взяли они, взял аккумулятор потом на себя. Но я думаю, в общем, под замену эти АКБ. Вот что значит подделка литокала батарейки. Это не оригинал литокала, скорее всего, да, дефект в этих двух АКБ. В общем, смотрите продолжение, чем это кончится. Возможно, придется их заменить, а можно вообще это все сборку менять. В общем, на шоколадках два аккумулятора, которые я собрал, все пока отлично. Один на пайке, другой на сварке. Такой проблемы нет. А этот вот я оставляю в блок заряда, он начинает показывать ошибку. Пришлось разобрать и вскрыть, найти причину. Остальные аккумуляторы целы все. Остальные 8 штук. Так, ну все, проверяем, что у нас получится. Попробуем зарядить, не знаю, сколько он будет стоять заряжаться. Емкость 11 миллиампер час взял пока на себя, очень мало. Смотрим. Видите, после 3 вольт как бы элемент ожил, и ток заряда составляет 1 ампер уже. Пошла зарядка. 2,8-0,1 был, а потом хоп, возросло. Внутреннее сопротивление 63 миллиона показывает. Какие-то там процессы идут химические. Так, это без платы защиты аккумулятора, как бы он не взорвался. Так, ну в общем, сейчас элемент себя ведет более-менее нормально. Я думаю, он зарядится. Смотрим далее. Ребят, прошло 3 часа. Элемент, смотрите, набрал 2441 миллиампер час и зарядился до 4 вольт и 16. 16-17 где-то. Сотых. Элемент, я думаю, все-таки жив. Буду еще также второй заряжать, потому что тут по два в параллель стоит. Крокодилов у меня не хватило, там не за что зацепиться, поэтому заряжаю, видите, поодиночке. Хотя можно было парочку сразу зарядить, если припаять провод. Ну, смотрите далее. 2500 миллиампер почти взял на себя. Так, элемент заряжается 4 часа 10 минут почти. Набрал емкость 2759 миллиампер час. Ток заряда упал до 0,2 ампер. Ну, наверное, еще часок ему предстоит подзарядиться. И тогда уже емкость будет ближе к 3 ампер часа. Смотрите далее. Так, ребят, прошло порядка 5 часов 5 минут уже. Батарея набрала элемент почти 3000 миллиампер час, но до конца так и не зарядилась. Ток заряда упал до 0,15 ампер. Напряжение 4,18 набрала батарея. Сейчас уже скоро близится, наверное, ее окончание заряда. Ну, посмотрим. Чуть-чуть осталось подождать. И тогда второй элемент уже зарядим. Переключим на заряд второго. Спустя 5 часов 41 минуту элемент зарядился, набрал 3000 миллиампер час, 3011, напряжение 4,12 вольт у него, ну явно не 3400, как заявлено. Сейчас попробуем, может быть, его раскачать,
на разряд поставить, потом на заряд, не знаю. И второй тоже надо заряжать. Я думаю, все-таки лучше раскачать, сделать пару циклов, разряд, заряд. Ну как-то так, смотрите, да. Так, второй элемент точно так же себя повел. В начале ток заряда маленький был, 0,1 ампер. И сейчас вот после 3 вольт вырос до 1 ампера. Сейчас уже падает ток зарядки, 0,8. Элемент набрал 1721 миллиампер час за примерно 2 часа. Ну, оставляем его так же зарядиться. Смотрите далее. Так, ребят, второй КБ зарядил спустя 5 часов 36 минут. Набрал в себя емкость 2886 мАч. Заряд до 4.08. Походу, делать придется его заряжать. Точнее, еще раз разрядить и еще раз зарядить. Как-то так. Потому что емкость не соответствует заявленной. За 3 даже не вышел. Может, он и есть проблема. Надо его раскачать. Пробуем. Итак, второй вот этот элемент я дозаряжал. В общем, на цикл один разряд, заряд. Я его поставил. Ну, до 3000 он что-то не добрал. Там что-то 2900 было миллиампер час. Ладно, все, сейчас попробуем пластину поставить, припаять и запустить все-таки. Не знаю, если второй раз высадить, значит, БМС платит проблема. Ну, как-то так, смотрите далее. I stay awake until the first glimmer of sun hits the horizon. I am afraid of the dark. No one to talk to, only my own thoughts to live with. My mind going to dark places. Dark places. Dark places. Dark places. Итак, ребят, восстановил я сборку. Осталось проверить, как штатная зарядка реагирует все-таки на нее. Заряд показывает полный. Проверяем штатная зарядка, как она будет реагировать. Вставляем. Пошла зарядка, все корректно. Красный горит, зеленый мигает. Это значит, идет зарядка. Вот. Корректное положение. Посмотрим, сколько потребуется ему на дозаряд. Но остальные элементы не сильно были разряжены. В принципе, аккумулятор практически заряжен. 24 вольта показывал. Или 20,5 даже. Как-то вот так. Так что все можно сделать. Посмотрим, как она поведет себя дальше, эта сборка.
Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока. С вами был Перепел 48. Восстановление аккумуляторной сборки на аккумуляторах Litacalo 3400. Всем пока. Давай, игровица, ясно?